уже находится, уже проходит какое-то мероприятие, какая-то вечеринка и... день рождения, да, Ром, наверное, это день рождения. Итак, друзья, главный вход Lala Loft, и мы сначала проведем маленькую обзорную экскурсию, что у нас, в общем, здесь есть. Что мы здесь видим? Здесь очень такой уютный теремок, настольные игры, ресепшн. А вот такая классная фотозона. Чем интересен этот лофт? В том, что есть вот такие прям интересные фотозоны, отдельно отмечены. На мой взгляд, это очень удобно. А здесь у нас водички, чай, кофе. Я всегда обращаю внимание на санузлы. Я считаю, что любое заведение начинается с, простите, с туалетов. Почему это так? Ну, потому что если в туалете все отлично и аккуратно, а здесь именно, в общем-то, так, все здорово, то этому заведению можно доверять. Дальше идем по коридорчику. Быстро делаем маленькую параллелочку. Вот такой коридорчик. А у нас здесь сразу несколько мероприятий уже сегодня проходят. И это у нас первый зал. Первый зал вот такой уютный. Владельцы сказали, что он называется у нас Алиса, правильно? Алиса, да. Вот такой уютный зальчик с маленькой кухонькой. Здесь есть и микроволновка, холодильник. Обратите внимание, можно... И шампанское. Слушайте, а здесь все здорово, отлично. Вот еще одна фотозона. Около следующего зала. Около следующего зала елочка замечательная. Мне что нравится в этом лофте, все как-то вот с любовью сделано. Эта комнатка называется лофт-бункер. Заметьте, есть детские кресла. Это очень правильно, очень удобно. Стильные лампочки. Здесь проходят игры в мафию, караоке, вечеринки. В общем, такое вот довольно уютное место, очень симпатичное. Так, едем дальше. Еще одна комната. Здесь полно детей. Раз отмечается день рождения, мы сейчас буквально на секундочку заглянем. Вот такое уютное пространство. Так, ну и еще у нас есть одна зона. Здесь она ориентирована как спортзал для детишек. Этот батут надувается, или я его снимал. Комната довольно большая, открытая, светлая, симпатичная. Полностью оборудована и для детишек. Видимо, даже на гитаре можно поиграть. Вот такие у нас залы в Lala Loft. У нас есть два человека, да, два основателя этого проекта. Это вот Вера и Наташа. Ребята, это наша команда, которые, как бы, у них нету определенных задач, что там это там пиар-менеджер, это там еще что-то. То есть у нас команда, у нас творческая команда, которая постоянно вносит свои какие-то идеи. А почему лофт? Лофт, ну как лофт, лофт — это слово в тренде, да, которое в тренде, трендовый лофт. Помещение. В районе не хватало пространства. И просто был период, когда мы с Верой сидели, обсуждали этот момент и хотели сделать фотостудию. Но потом поняли, что фотостудии-то мало, фотостудий много. А в спальном районе нет лофта. У нас, в принципе, его нет. Нет помещений, где люди могли бы прийти, просто отдохнуть, расслабиться. Не только провести день рождения мероприятия, а плюс еще у нас спортивное наполнение, занятия по будням. Например, не всем хочется сидеть просто в кафе, да? Дома тоже собираться, какие-то маленькие площади, там много народу, шум, убираться. Пришел, организовал все что угодно, начиная там от детских праздников, там, но просто есть большая площадь, где ты можешь просто развернуться от и до, начиная там от каких-то корпоративов или там еще что-то, и заканчивая там каким-то маленьким узким мероприятием. Ну, то есть именно вот такой большой площадки, да, где ты можешь креативить и что-то делать, такого нет. Соответственно, это вообще актуально. Ну, здесь. Причем у нас сейчас работало очень это, помимо праздников, у нас работало это на дошкольные учреждения. Мероприятия. У нас сейчас ходят здесь по 30 детей, с учителями приходят, и у нас есть прекрасные выездные партнеры, которые проводят здесь лабораторию, сумасшедшую науку в различном формате. Сейчас запросы на Новый год. Те наши гости, которые уже постоянные, да, то есть не обязательно на день рождения сняли, мастер-классы пришли, просто посидеть, поиграть в активити, вот, в любые игры. То есть мы будем, естественно, интересоваться у наших гостей, что им нравится. Например, там любимая пироженка, или какая-то книжка, или еще что-то. То есть у нас для этих гостей будет действительно какой-то определенный приход в наш лофт. У нас дарится, вот у нас есть записочки, например, там волшебный сундучок, волшебный коробочек. Вот для тех, кто посмотрит это видео, вот он не ваш постоянный клиент.
И мы с Ромой шкурно боремся за то, что те, кто подписан на наш канал, имеют какие-то прям привилегированные. У нас есть кодовое слово. Какое? Навек. А, навек, да. Кодовое слово навек. У нас есть кодовое слово. Женщина, прости меня. И у нас при открытии как раз, я думаю, ты помнишь, у нас в рамочке было слово, да. Такая была прям импровизация. Слово навек у нас есть. Это будет наше кодовое слово. Так. Наталья, Вера, компаньоны. Да. Слово навек. Да. И человек приходит и называет это слово, кодовое слово навек. Ну, конечно, мы можем подарить, мы можем также час лофты подарить. Отлично. А, значит, вы заказываете сколько-то времени в лофте, плюс к нему добавляется час бонусом. При кодовом слове навек. При кодовом слове надо назвать кодовое слово навек. Подписаться на наш канал. Обязательно. Вступить в группу в Инстаграм Лала Лофта. Да, обязательно. Смотрите внизу. Ссылки внизу. И это действует... Сколько? Это навек действует. Это действует навек. Все. 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 Ну что, все. Спасибо. Браво. Наташ, где мы сейчас находимся? Расскажи. Сейчас мы находимся в одной из наших комнат лофта. Лофт называется «Бункер», потому что он изолирован, с акустическими панелями, практически без окна. И это одна из единственных комнат, которая такая вот приглушенная, в которой можно хорошо отдохнуть, и тебя не слышно, и музыка играет, и не слышно соседние лофты. То есть очень один из наших излюбленных лофтов. Ну, то есть если мы хотим уединиться, чтобы нам никто не мешал, да, мы здесь можем... Да, да, мы предлагаем всегда лофт-бункер, где можно спокойно посидеть, отдохнуть, поиграть. Во что играем сейчас, кстати? Мы сейчас играем в Activity. Давай. Очень любимая игра. Кидай. Многих. Так, кидайте, хорошо, я кидаю. Так, подожди, давай, тогда я первый пойду. Я хожу беленькой. У тебя три. Ну, типа, у меня три, у тебя три, ну, типа, три, да. Да. У меня попалось слово, я сейчас объясню правила игры. Да я, в принципе, понял, ты должна мне объяснить, соответственно, я должен угадать. Да. Давай. Хорошо, есть такой, такой мальчик-плохиш, который все время делает что-то плохо, и его всегда называют таким вот словом. Ах ты... Негодяй, негодник. Похоже, похоже. Шалун. Не шалун, нет. Который вот прям проказник такой, Шкодина прям такой. Который вот что-то вот делает вот на улице такой, уличный такой прям. Шкодник, Шкода. Нет, вот я говорю, Шкодник, вот давай, другое слово. Ты должен угадать. Хулиган. Вот, отлично, все. Ладно, твоя хорошо. Карточка, ты угадал. Там я хожу на три хода, да? Ты хожу на три хода, да. Давай, я беленький. Раз, да, раз, ну, два, три. Беленький, да. Раз, два, так, у меня следующий вопрос. Скажи, смотри, вот мы с тобой открывались 28 октября в воле судеб, я присутствовал на этом прекрасном событии. Шикарная воля судеб. Сейчас у нас, да, есть возможность подвести какую-то статистику, что в этом зале наиболее популярно, больше пользуется спросом. Ну, с 28 октября, да, мы прям можем конкретно сказать, что в этом зале пользуется спросом игра в мафию. Угу. Это как от подростков, от 15-летних и до взрослых. Плюс караоке. Угу. Любят у нас попеть караоке. Есть выездное караоке, есть ведущий в игру мафию. Угу. Соответственно, лофт располагает здесь в себе 15 человек. Комфорт. Максимум 15, да? Можно больше, было больше. Было и 18, и 20. Угу. Но за столом комфортно 15 человек. Смотри, вот я хочу провести какое-то событие здесь. Ну, пусть будет день рождения свой. С удовольствием. Вот, я хочу, чтобы вот у нас собралось 15 человек, и, соответственно, хотелось бы что-то еще и покушать. Да, ты же можешь предоставить? Обязательно, конечно. Но прежде чем предоставишь, давай я тебе загадаю какое-нибудь слово. Вообще на время это еще игра играется, надо часы. А, тут еще часы ставятся? Ну, ладно, мы просто покажем, что мы, в принципе, можем здесь это сделать. Человек с пропеллером, который был в каком-то определенном возрасте. Старый Карлсон? Не-не-не, тот он говорил, я мужчина... В полном рассвете сил. Да, в рассвете сил, да, молодец. Ладно, идем дальше. Смотри, я хочу заказать кейтеринг. Да, есть возможность у нас это сделать? Есть, конечно. На 15 человек, сколько мне это обойдется? Самое популярное предложение, скажи мне, все остальное мы найдем на сайте, правда же? Можем, ну и, конечно, у нас на сайте все расписано, все выездные наши мероприятия, наша наполненность лофта. Вообще, кейтеринг, одно из самых популярных, это кейтеринг. На 15 человек хороший кейтеринг, чтобы вы остались сыты, это где-то будет в районе там 8-10 тысяч, в зависимости от блюд, если там какие-то креветки, еще креветки, это салатики, горячие. То есть, и второй по популярности, конечно, это пицца, которую постоянно мы ее заказываем, нас наши гости просят нам заказать, мы без проблем заказываем. А в кейтеринг входит фрукты?
Можно попросить, да. Вот 8-10 тысяч входит? 8-10 тысяч, да, можно, не будет, не очень много будет. Это фруктиков, это, возможно, будет конопешки, там, сыр, какие-то. Ну, давай так, вот, не вдаваясь в подробности, вот, чтобы нам не остаться голодными, значит, на 15 человек кейтеринг будет стоить 10 тысяч. Да, 10 тысяч, да. Неплохой, очень неплохой кейтинг. Это самое на сегодняшний день популярное предложение у тебя, да, для этого зала. Да, то есть люди это и заказывают. И заказывают больше, да, всего, правильно, да, понимаю? Да. У нас есть еще один большой плюс. Мы находимся рядом с рестораном, угу, в котором мы познакомились. Я познакомилась с директором ресторана. Угу. Мы с ним договорились. У нас лежит меню. Угу. Это ресторан восточный, очень хорошая кухня. И по звонку менеджеру мы делаем заказ для наших гостей. Все приносят в лоткап, все горячее, свежее. Но это не тот кейтеринг, о котором мы сейчас говорили. Другой, да? Да, там по меню заказ. Там по меню, да. В зависимости от того, что хочешь. Здесь кейтеринг тоже наполняешь, конечно. Чего со спиртным, давай рассказывай. Со спиртным, кейтеринг входит? В кейтеринг не входит спиртное, в эту сумму не войдет спиртное, поэтому мы нашим гостям разрешаем приносить с собой алкоголь. Пробковый сбор есть? Нет. Окей, нет, хорошо. Чего по времени вот аренда? Минималка минимальный заказ, и после 11, я знаю, тут... Ну, могу сказать, что в будни у нас редко его арендуют, потому что он все-таки праздничный, это лофт выходного дня. А выходной день аренды этого лофта стоит 1500 в час. Плюс уборка у нас идет отдельная, разовая. То есть сколько? 500 рублей. 500 рублей. 500 рублей, да, мы вызываем уборщицу. И самых лучших, надо сказать. Конечно, самых лучших. Самых лучших, чтобы до блеска, чтобы пылинки не было на стенах. А так 1500 час, и у гостей, ну, есть право выбора 3 часа, 4 часа, 5 часов. Минимальная есть? Я на час нет, хочу. Нет, мы, наверное, один из немногих лофтов, который убрал минималку. То есть у нас нет такого, что минимум 2 часа. Хотите, хоть полчаса посидите? То есть, пожалуйста, мы вам полчаса аренды 750 забьем. Рублей. Да, 750 рублей. Пожалуйста. Чего после 11? После 11 у нас обязательно, ну, не после 11, у нас после 10 вечера обязательное сопровождение охраны в лофте. Это в целях безопасности наших же гостей, потому что часто бывает, что снят один лофт, второй, третий, идет вечернее мероприятие, там 20 человек, здесь 30, здесь 15, и люди, естественно, приходят с алкоголем, дабы ничего не произошло, никаких ссор. Ну, у нас вообще, в принципе, еще ничего не происходило. У нас как-то получается, что все компании даже дружат между лофтами, знакомятся и друг друга приглашают. Поэтому, да, это обязательно нахождение охраны. То есть на данный момент мы даже не поднимали цены, как делают многие там другие лофты, за ночное нахождение. Сколько за охрану надо платить? За охрану у нас идет 1500. 1500 в час? Нет. А вообще? Вообще. То есть вообще. А после 10 такая же стоимость, 1500 час аренды лофта? Да, да. У нас сохранение аренды, ну как бы у нас сохранение цены за аренду в ночное и дневное время. У нас только будни. Будни, пятницы и суббота-воскресенье разные ценники. Причем разнятся они на 100 рублей. В будни 1400 в час, ну, да? Получается полторы, пятница 1400. А, пятница 1400, да? 1400, да, а понедельник, ну, будничные дни 1300 аренду. А, 1300. Да, да. Суббота-воскресенье самое дорогое, да, 1500. Полторы, да. Я понял. Наташ, а это какой лофт у нас? Мы находимся в лофте «Прованс», который сделан в таком слегка деревенском стиле, с верандой, любимый лофт наших дам. Здесь максимальное количество человек сколько помещается? 35 человек, комфортно 30. Мы рекомендуем 30 человек максимум. Самые популярные здесь мероприятия, которые проходили уже? Помимо дней рождений, это мастер-класс по готовке тортиков. 8-часовой мастер-класс. Да, надо сказать, что в этом лофте у нас есть кухня, в отличие от бункера. И для уж хозяюшек, для тех, кто прям не мыслит себя без плиты даже в такой праздничный день, как день рождения или какое-то еще событие яркое. Да, мы предоставили возможность готовить. Чего у нас есть на кухне? Давай. На кухне у нас есть плита, духовка с конвекцией, холодильник, микроволновка, чайник, раковина, вытяжка, соответственно, набор посуды полный, даже самовар есть красивый. Аренда сколько стоит сейчас? Аренда этого лофта выходной стоит 1800 рублей час, плюс уборка 700 рублей разовая. Да, лофт побольше, и, соответственно, уборка чуть-чуть подороже. С понедельника по четверг? С понедельника по четверг он стоит 1600, в пятницу 1700. А, 1700, да, все понятно. А здесь посуда своя, да? Здесь посуда своя у нас идет, а посуда идет в аренду. А, давай аренду, про аренду, да. Говорим посуду. Посуда сколько? У нас идет в аренду, 50 рублей персона, с человека, аренда посуды. Да, комплект идет полный, у нас сразу, у нас большие тарелки, малые пиалки, то есть салатники,
под бокалы под вино, шампанское, виски, коньяк, сок, стопка. То есть прям конкретный комплект 50 рублей с персоной. А это очень, очень, ну, вот так, мы такие лояльные. И на некоторых тебе бесплатно будет. А, да? Я хорошо, приходить тебе будет бесплатно, да. Полный комплект посуды. И планируем еще, конечно, посудомоечную машину поставить нашим партнерам в ближайшем будущем. Да, пожалеем руки уборщицы. Ну, да. Да, очень часто у нас снимают, ну, на банкеты берут в аренду посуду. Караоке здесь также у нас периодически происходит. Да, у нас здесь есть зона каминная. Зонируется этот лофт. Стол убирается. У нас вообще лофты все мобильные достаточно. То есть можно все двигать, ширмы, кресло, если другой лофт свободен, можно оттуда принести диван, то есть мы разрешаем это все. И, соответственно, караоке у нас тоже выездное. Наташа, здесь а вот мастер-классы в основном в каком лофте проходит у вас? Алиса и Прованс. Алиса и Прованс. Да. Вот смотри, мы сейчас в Провансе. Да. Здесь самое популярное – это торты, да? Торты, это потому что лот большой, народу много, спокойно можно здесь свободно готовить. Это вот самое популярное мы сейчас называем, да? Да. Какие да. еще? Ну, смотри, значит, торты – это 8 часов, да? 8 часов, да. 8 часов. Можно приготовить 2 торта, да? 2 торта за 8 часов, да. Обалдеть. Я, слушайте, да. Когда вкуснейший. Я прихожу, буду приходить в магазин, теперь буду с большей лояльностью относиться к цене торта. Кондитерам. Понимаю, что да, этот вопрос, конечно, довольно-таки трудоемкий и время много отнимает. А какие торты здесь готовятся? Разные, разные торты. А вообще они обсуждают готовку торта, какой-то будет там йогуртовый, муссовый торт, или блинный, или еще что-то. Наполеон, да. У нас, кстати, вот в ближайшее время еще будет один мастер-класс по тортику на 8 часов. Вот, и там муссовый будет торт, и еще какой-то там ягодный свежий, с ягодами. То есть они все это обсуждают, у них своя группа, они обсуждают, присылают нам фотографии, поэтому тут все серьезно. Или все серьезно, да. Ну, пока торт готовится, что можно еще сделать? Ну, фотосессии, фотографируются, да? Да. Да, у нас есть фотографу, очень недорогие услуги. Сколько? 1500 час. Ну, это недорого абсолютно для фотографов, которые фотографируют хорошо. Она ловит прям моменты, и они здесь садятся. Здесь такая зона, как чиллаута получается, как журнальный столик. Пьют чай, общаются, беседуют. Выходят там за пределы лофта, фотографируются. То есть здесь такой, как бы, как, не знаю, не квартирник, как домашняя обстановка, где могут собраться дамы по своим интересам, как у нас в лофте Алиса. У нас 5-часовой мастер-класс по вязанию идет. Ну, сейчас мы да. поговорим. Да. Хорошо. Мы с тобой находимся в зале Pop-Art. Mm-hmm. Это самый большой зал нашего лофта. 55 квадратных метров. Mm-hmm. Оснащен зеркалами, которые задекорировали мы. Mm-hmm. Такой популярный зал. Сколько ну, как человек еще? Здесь помещается? 45 человек. 2000 аренда в час, да. В субботу, воскресенье, пятницу 1900, понедельник 4800. 1800. Уборка 700 рублей. 700 рублей. Оттуда да. сюда переходит. Да, оттуда сюда переходит уборщица взад-вперед, да. Что здесь самое популярное? Проанализировав со дня нашего открытия, да, 28 октября с нашим партнером, то есть у нас здесь, получается, популярным было это детское, это школы, сады, то есть здесь была анимация для детей в количестве 30-35 человек. 30-35 человек? Детей и взрослые тоже здесь размещались, соответственно, родители тоже здесь находились. Это как раз 40 человек здесь было. День рождения можно сделать, да? День рождения. У нас были мероприятия такие, как зимние все, новогодние мероприятия. То есть елки новогодние у нас были, детский сад, школа. Мы приглашали выездных наших партнеров «Сумасшедшая наука». Это физическое, химическое шоу, которое дети были просто в восторге, потому что они уходили с подарками, они сами участвовали постоянно в этом шоу. Шоу у нас, если интересно, сколько стоит, могу сказать. Давай. Сколько оно стоит? Сколько оно стоит, Наташа? Шоу стоит на 30 детей 14 тысяч рублей. А если взрослый прибавится? А, неважно, там взрослый, не взрослый, да. 30, главное, чтобы было 30, там 25-30 детей. Сколько по времени? По времени идет 1.5 часа. Приезжают физики-ученые и аниматоры. Ой, 14 тысяч. Нет, 30, да, 30 дорого, да. Нет, 14 тысяч. 14 тысяч нормально. Средний, получается, ценник на ребенка где-то 700-800 рублей на ребенка, ну, ты если прямо, разделить. Ты статист. А да. Что? Дорого, я скажу, почему так. Ну, может быть, дорого для кого-то нет. Люди-профессионалы, они, помимо того, что они ученые, опыты ставят, аниматоры в то же время. Опыты над детьми? Опыты нет, конечно, нет. Дети, скорее всего, над ними в их возрастах, да. Они приезжают с профессиональным оборудованием.
То есть у них просто, вот я покажу потом контейнеры, которые у нас на фотографии есть, контейнеры вот такие, там у них трубы, у них там химия. Сейчас, мне кажется, должны идти фотографии. А, обязательно фотографии будут, потому что у нас декабрь просто сумасшедшая наука взорвала. Взорвала, у нас лофт был забит. В будни, с утра и до вечера, да. Вот заказывали вот это шоу. Шоу, да. Причем шоу у них 20, в списках 20 видов шоу, 20. Назови самые, если ты, ну, по популярности, самые крутые здесь шоу? Фокус для детей. Фокус. Эксперимент. Флуоресцент был. Флюоресцент, изучаем, да? Да, флуоресцент. Когда темнота? В темноте, да. Дети создавали сами все это. Они, то есть они полностью увлечены были настолько, что мне казалось, полтора часа это мало. Причем флуоресцент стоил дешевле. То есть сколько? Вот, он стоил в районе 11 тысяч рублей. 11 тысяч, да. На полтора часа? Да. А 14 тысяч – это научный блокбастер. А, 14 тысяч, подожди, это самый максимальный ценник? Да, максимальный, вот максимальный ребят, я назвала, да, да. И на минимум идет, самый дешевый, у них там 8 тысяч рублей. Что за 8 тысяч? А, лизуны дети делают. Лизуны? Они сами их прям воспроизводят из определенных, да, органических веществ. И дети уходят в пакетике прям с лизунами все. Так, я надеюсь, цветов. Мы фотографии сейчас покажем, обязательно увидим. Обязательно, да, фотографии, да. То есть они прям взорвали. Я надеюсь, что на ближайшее будущее у нас лофт уже забронен на май, на выпускные. Школьные и садовские. Здесь? Да, здесь. Здесь будут лизуны? Здесь будут не лизуны, а сумасшедшая наука. Мы сейчас будем прорабатывать какой-то определенный сценарий для выпускников разных возрастов, чтобы детям было очень интересно. Наташа, скажи, а как вообще родилась идея вот именно такого дизайна здесь? Здесь. Я же знаю, что ты же дизайнер. Я сама дизайнер. Не будем рассказывать, у каких людей ты делаешь интерьерные дизайны, но мне интересно, когда зародилась эта идея, в принципе, создать лофт, он необычный, потому что он разделен территориями по темам. Вот здесь расскажи, как это все рождалось. Все родилось за городом, на даче с моим партнером, когда она захотела сделать фотостудию. С Верой? С Верой, да, да. Мой партнер Вера, мы с ней вместе здесь все это организовывали. Она хотела сделать фотостудию, фотозоны, а я хотела сделать пространство, которого не хватало в районе вообще Юго-Восток, Жулебино и ближайшие вообще районы. Так. И у нас получился такой прям красивый, хороший тандем. И когда мы здесь вообще ночевали, в принципе, постоянно. Я верю, шел ремонт, потому что, да, чтобы сделать что-то душевное, всегда приходится этим жить. Реально жить? Жить, да. Но знаешь, я как бы благодарна партнеру, то, что она полностью доверилась мне в плане дизайна, но она меня тоже как бы ограничивала, ну, прям грамотно, то есть все четко. То есть если она сказала, не надо здесь это, не надо, я это купила, все отвалилось. Это вот так вот было. Была какая-то история? История? Как по созданию именно интерьеров? Да, история у нас началась, начали мы вообще с Алисы. Мы хотели сделать лофт «Алиса в стране чудес» полностью, чтобы он был сказочный. Мы в это немножко углубились, а потом поняли, что он же может тоже как-то со временем все надоедает. И мы решили все-таки вот одну комнату сделать сказочную, где у нас Алиса есть, да. А потом я что-то посидела, подумала. И подумал, что зоны-то должны быть разные. Люди-то разные к нам приходят. Каждый со своим настроем, каждый со своим эмоциональным фоном. Поэтому и зародилось то, что у нас вот этот лофт, он яркий сам по себе. То есть в стиле такой поп-арт, красно-желтый. Здесь прям дети его очень любят. Потому что цвета насыщенные, родители, люди, приходящие даже с плохим настроением, они здесь автоматически улыбаются. Релакс. Релакс, да. Нет, релакс у нас бункер. А, понял. Релакс, да. А здесь позитив. Позитив. Прованс у нас тоже такая расслабленность, домашняя атмосфера, на даче, за городом, на веранде, каминчик, свечечки. То есть все прекрасно. Бункер у нас релакс конкретный. То есть у нас зона чиллаута. И Алиса у нас это сказочный, такой сказочный, милый лофт. И в общей массе, вот коридор у нас очень светлый, мы специально его связали, чтобы у нас все лофты были, несмотря на то, что у нас разные абсолютно интерьеры, у нас лофт связан. И люди хотят ходить из лофта в лофт. У них нет такого, что они сюда пришли, туда мы не хотим, там нам не очень. А можно пройти? Можно, вот, конечно. Только если забронировали, а уйдем туда. Ну, у нас как, мы нашим гостям разрешаем, если лофты другие свободны, и забронен один этот лофт, пожалуйста, вы можете ходить, можете даже пофотографироваться. Мы добрые, но нам нравится, что людям нравятся наши интерьеры. То есть там качели, те же сам все ходят, удивляются. Можно к вам зайти, конечно. У нас в лофте двери не закрываются, ни в одном. У нас нету ни одного ключа, если заметили, ни одного замка. Это для того, чтобы люди, гости себя чувствовали спокойно, как дома. То есть здесь гуляют, там могут зайти, пройти, там тоже походить, открыть дверь спокойно. У нас даже двери открыты, мы их не закрываем. Закрываем только, когда идет мероприятие, предупреждаем, что да, к соседнему лофту идет мероприятие, желательно не заходить. Так, а что здесь с кейтерингом? Здесь нету кухни. Здесь нету кухни, как да. Здесь часто заказывают пиццу.
вот здесь вот для чай, детей. Чай, вот, например, я хочу заварить, чай, как быть? Нет, чай у нас обязательно в каждом лофте находится чайник. А, вот. Обязательно, угу. Да, если захотите попить чай, то есть чай, кофе с собой гости приносят. Кулер у нас общий, общего пользования, можно налить воду, да, спокойно, для детей, для всех. То есть, пожалуйста, у нас есть везде фуршетные столы, кэнди-барные столы. Угу. Так как здесь нет кухни, мы предлагаем всегда кэнди-барный стол, куда гости могут поставить свою еду с собой принесенную, или пиццу то же самое. И, соответственно, у нас очень много банкетных столов. То есть 40 человек, значит, здесь будет 4 стола банкетных в любом случае стоять. Отлично. Или фуршетная зона, да. А также у нас этот лофт сейчас уже пошел на спортивные занятия по будням. В понедельник, четверг идет аэробика. Вот эти вот шторы у нас раздвигаются, и здесь девушки приводят форму. А то, что здесь можно сделать фитнес? Не хотелось бы. Пока нет. На перспективы, да. Второй этаж захватить и сделать фитнес. Да. Да. Ну что, идем дальше? С удовольствием. Так, мы где сейчас с тобой рассказывать? Что это за место такое интересное? Почему вы на качелях? Почему все колеблется под нашими ногами? Все колеблется. Но на самом деле ты сидишь в одной из наших лучших зон. Чем она хороша, давай скажем. Хороша она. Ну, начнем с того, что мы качели-то планировали повесить, да. Не знали, куда ее применить, потому что качель большая, хотела для нее зону. И мы, такая женская интуиция у нас сработала, что надо вот в холл. В холл ее между тремя лофтами. Uh-huh. Ну, три лофта здесь uh-huh. практически. И мы прям попали в точку, угадали. Потому что это качель, это зона переговоров, uh-huh. зона отдыха и зона фотосессии. Здесь постоянно фотографируется, uh-huh. здесь постоянно вот люди приходят, садятся, разговаривают по телефону, или разговаривают между собой, то есть идет мероприятие какое-то, люди выходят из лофта, видят качельку, и они сразу садятся на ней. То есть и на нее, на ней. Наташа, тебе как дизайнер вопрос, почему родилась идея именно поставить качели, именно подвесные? Угу. Объясню почему. Много лофтов видел, во-первых, вообще, в принципе, ваш лофт уникальный, но спасибо. Еще что здесь качели появились, я просто угу. не представляю, вот как нужно вот так точно угадать, и как эта мысль вообще пришла, что должны быть качели? Ну... Вот смотри, качели. С чем у тебя ассоциируются качели? Детство. Детство, правильно? Да. С детства. Ну, вот у всех качели стоят. Да. И все взрослые качаются. Ну, у вас раньше, мне кажется. У нас раньше, чем на Маяковке, точно появились качели. Да, мы их делали на заказ по эскизу. Я их сама разрабатывала, прорисовывала. Да. Твой эскиз полный. Да, мой эскиз, и вот эта зона как раз. То есть, ну, качели это здорово. То есть качели, она, я не знаю, вот когда во дворе дети играют, да, на качели, взрослый вид качели, всегда садятся на качели. То есть это какая-то зона, которая не привязана, она же легкая, ты же от пола, понимаешь? Ты же сидишь и не привязан к полу, не привязан к стулу, ты на качели. Тут даже вот есть возможность покачаться, понимаешь, да, да. спокойно. У меня всегда вопрос к безопасности в этот момент. Безопасные качели, да, потому что там... Не упасть вниз. Нет, нет, там специальные анкерные болты, то есть это все было просчитано, на нее вставало очень много людей. Прежде чем сюда вообще запустить людей на качели. Сколько помещается здесь человек? Трое, да? Трое. Двое комфортно, а трое, да, иногда и трое. Но здесь настолько любят качель, ну как трое, здесь шесть детей. Ну, залезают. Понятно, вот, даже уже следы от ног. Дети здесь залезают, да. Потому что здесь можно и так качаться. Ну, вот тебе же комфортно здесь сидеть. Да, слушай, хорошо. Хочется чаек попить сразу, поговорить. У меня почему-то, ты знаешь, ассоциация отдохнуть. С интерьером, и чтобы это вот можно было бы покачаться, мне кажется, что, наверное, самое популярное, да. как у всех, это не качели. А знаешь что? Кресло-качалка. У нас есть для детей детское кресло-качалка. Конечно, конечно. А для взрослых качели, да. Да, качели. Причем мы сделали безопасно, чтобы они реально не было вот этого раскачивания, не дай бог кому-нибудь убить. То есть амплитуда здесь небольшая. Но здесь оказалось излюбленное место наших гостей, потому что здесь и танцуют, и качаются, и разговаривают, и общаются, фотографируются. То есть мы прям в точку, мы прям очень угадали с партнером, куда ее именно повесить. Теперь лайфхак от ведущего. Когда вы планируете свои перемещения, свою трансформацию в пространстве во время праздничных моментов, это свадьба, юбилей, еще что-то такое, старайтесь планировать это с учетом московского трафика и поменьше старайтесь перемещаться, потому что можно приобрести совершенно неприятный сюрприз в виде московских, вот я вам показываю, московских строек. Всевозможных мегастроек, благодаря которым мы стоим в этих пробках. И это может вам испортить целый день. Все, вот такой вот лайфхак.